Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквы «Ф» осуществить и половину задуманного. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Существует немного людей, которые создают вокруг себя атмосферу активности. Вокруг владельца этого имени невозможна монотонность или скука. Поэтому люди, предпочитающие спокойную и упорядоченную жизнь, никогда не найдут с ними общего языка. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Встречающиеся на пути препятствия для этого имени лишь подстегивают их деятельную натуру. Они не умеют вовремя остановиться и отдохнуть. Они любят делать других людей счастливыми. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Люди с буквой «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Эти люди производят впечатление нетерпеливых и очень подвижных сущностей. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Буква «П» в имени имеет связь с переменами и оценкой. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.